Осмотрим заставку к свадебному фильму. Гриша и Малина тут набросали уставочку такую, в фотошопе ей повырезал фон. В After Effects сделал небольшой футажик с задним фоном сердечки. И так плавно исчезает тоже. На эту заставку было потрачено время 2 дня. То есть 2 вечера, часа на 4. Сделали такие наброски. Первая часть фильма, первый день смонтирован. И смонтирован также слайд-шоу. Заставку и свадебный клип. Трейлер на 10-15 минут вы можете посмотреть на сайте radik01.rf. Раздел видеотратор и видеографы Александр Сергеев. Субтитры сделал DimaTorzok.